Я его никогда еще не читала, разве что самой себе. Твой приятель Валерка в футболке с орлом в ресторане отеля за шатким столом говорил, что ты должен идти напролом, что тебя понимает отлично, понимает, насколько ты сильно устал, потому что ты просто мужик, а не сталь, и просил принести ему водки кристалл, а ему приносили столичный. Он тебя понимал в мелочах и в большом. Он был очень расстроен, смущен, возмущен. Запивая столичную кислым борщом, бородинский макая в сметанку, вы допили столичную, съели борщи. Сервис был неказистым, но счет небольшим. Он сказал, если будут проблемы, пиши. И поехал к жене на Фонтанку. Он поехал к жене, ты пошел на вокзал. Ты нашел свое место и мне написал, что уладишь любые формальности сам и уладишь, наверное, к маю. Что тебя понимают Артем и Кирилл, и Валерка, ты только что с ним говорил, и случайный попутчик, мужик из Твери, только я тебя не понимаю. И хотя я прекрасно умею читать, прочитав это все, не пойму ни черта, между нами давно появилась черта, и теперь мы ее не приступим. Ты использовал весь речевой арсенал. Поезд тронулся и потерялся сигнал. Мне казалось, что это еще не финал. Позвонила, ты был недоступен. Ты исчез. Для тебя это было важней. Твой приятель Валерка поехал к жене. Он тебя понимает, конечно же, нет. Понимал бы, сидел бы напротив, не лежал бы в постельке своей кружевной, обсуждая твои перспективы с женой, обсуждая, какой же ты все-таки смешной, а такой образованный вроде. Хороши обсуждения чьих-то страстей. Возникает так много хороших идей. Обсудили тебя, уложили детей, целовали в мизинце, в реснице. А твоих кто придет целовать, обнимать? Ты спокоен, у них есть надежная мать. Им еще слишком рано тебя понимать. А потом ты готов объясниться. Ты готов объясниться позднее, потом. У картонных мечей затупился картон. Вот и кончилось детство из книжек Барто, из рассказов про Питера Пэна. Приключения и никаких катастроф. Слышишь музыку? Что это? Песня ветров? Или в крайнем купе на рояле Петров проводница играет Шопена? Спасибо. Мне приятно.